Мы приехали сегодня на Пальму. У нас второй день развлечения наших туристов. Вот наши красавицы две идут. Мы приехали посмотреть на Атлантис. Вот, уже, конечно, очень жарко, но что поделать. Посмотреть-то интересности хочется. Вот. Сейчас немножечко посмотрим, пофотаемся и пойдем поедим в какой-нибудь ресторанчик. Тут можно какие-то игрушки выигрывать. Во, какой Атлантис красивый. Кстати, рекомендую хороший магазинчик с сувенирами. Господи, капец, как жарко. Сразу становится плохо. Вот. Сюда рекомендую зайти и посмотреть. Какие красивые сумочки. Красивые вот эти браслетки, да, Зай? Очень красивые, красивые. Тут есть футболочки, сумочки, подушечки, рюкзачки, всякие кофточки, дубайские всякие приколы, рюмочки, чашечки, вот красивые чашечки, металлические, стаканы, чашки с золотом красивые, очень мы так убрали, соблезла, потому что мы ее в этом в машинке стирали. Посудомоечные. Классные верблюдики. Красивые золотые тарелочки. Верблюдики. Есть парфюмчики тоже всякие. Пахнет прикольно, но так как арабские на любителя. Очень сильные. Все, мы тут выбираем кучу магнитиков. Все, скупились сувенирами. Теперь идем в Лебанис ресторан покушать. А тут с хвостика раньше вода бежала, как фонтанчик. Ничего сегодня нет. Наверное, в такую жару выключают. Или вечером включают. Вот такой ресторанчик красивый. Ой, вид какой шикарный, смотрите. Мы садимся здесь и вид из окна. Тут или там, там, рядом? Там вали, там здесь. А, да. Хорошо. Какая красотища. Thank you.
заказали сырое мясо попробовать. Это тан, язык. Овечкин, овечкин язык. Донат. Донат. Маме. Маме. Как на вкус сырое мясо. Ну как? Сырое мясо. Сейчас я попробую. И мясо нам принесли. Да. Это баклажан с мясом. Угу. И вот такой вот десерт мы заказали. Интересно. Сыр, сыр, манка, непонятно что, сейчас попробуем. Ну, зайчик, давай. Это что, хачамицу? Да. Это... А, нет, это какой-то сироп, не хачамицу. Натуральный. Свит сироп. А вот наша машинка подъехала. Короче, на Химолу делать нечего. Мы вышли куда-то наверх. Я вообще не понимаю, где там та смотровая площадка. Откуда она тут на пальму смотреть? А, вот. А, все. Где Вил? Вот такая вот фигня. За все. Без? Короче, дорого, ребят, дорого. Посмотреть на пальму с высоты стоит 100 дирхам с носа. Короче, мы купили билеты на 52 этаж. На 52 этаж 100 дирхам с человека. Если у вас есть NBD карточка банка, то 20% скидка. Вот. Так что нямки, кафешечки. О, Starbucks, да. Билетики. Получилось нам 320 дирхам, это со скидкой от NBD. Вот, 20%. Так что дешевле выходит. Класс, ребята, какая красота. Коридор с лифтами. And 5 kilometers.
meters north to south. The internal palm shape stretches 3.9 kilometers east to west and 4 kilometers north to south. The break wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. So welcome everyone to Interactive Quarry. You're going to watch a 3-minute presentation about Palmyra. All you have to do is just follow the steps once it appears. Inside water depth is 20 meters, while outside of the break wall, the water depth is 30 meters. To build the 17 fronds in the shape of a palm. Thanks so much. Next one. Немножечко истории. Ребята, смотрите. Это пипец. Сейчас я обосрусь. О боже. Какая красота. Хорошо, we finally came here. We finally came here, super. I wanted. More than you. Ну, конечно. Очень красиво. Вот такая красота. Кузянский. Жара, конечно, неимоверная, но этот вид того стоит. О, наши девочки пришли. Здорово. Немножечко солнце засвечивает, там виден Атлантис. Суперская штуковина. Все, мы съездили. Теперь сувенирчики посмотрим. Все то же самое. Мы уже купили сувенирчики. О, смотри, какие. Серамик. How much? 35. Из пластика такая. А такая 45, керамическая кружечка. Вот красивая чашка такая. Тышка.
Да, и вот красивая варикоп. Все моя. Ну, уже 45 дирхам. Ой, какие классные. Вот. Смотри, за your favorite curry. Да, чаки. Спасибо. Вот цена, конечно, такая. Спасибо. Ярго. А, нет, конечно. Классно. Ну что, зачик? How is your imagination? А, чарки. Красиво. Вот, возьми топ, мы покупаем, сувенирочки. Ага, keep hold up, и две чашечки. Класс. Давай. Вот почти 5 часов дня, и мы приехали в Дубай Молл на прогулку. Посмотреть, что продают. В дешевых магазинах. Дорогие, это не наш конек. Сейчас Кузя говорит, самый красивый туалет, который он видел. Привет. Туалет? Вот такой вот туалет. Мыло, полотенце. Все по-богатому. Вот так вот. Это не хухры-мухры. Богатый народ здесь обитает. Сегодня ничего не покупаем, потому что здесь только бренды. Туфельки висят. Просто поснимаю красоту. Шанель, Версачи. Даже не вмещается мне в GoPro. Which? А, you mean more dollar? Dollar is bigger. Afraid? Да. Ну что, то есть тяры. Вижу, на троне можно сфотаться. Заси. Все, спасибо. Давай, тейкай фото. И вот самое, мое любимое место. Дубай Молл. Эти вот водопады. Вот так классно выглядит чайный таун. Ой, блин, прикольные такие сумочки там, саки.
Ничего себе, как интересно. Сумочки, чайнички, куколки интересные. Чайна там, Дубай Молли. Да и дошли мы наконец-то до самого большого, короче, до самой крутой достопримечательности. Динозаврский диплодокус лонгус. Поздний юрасик. 150-155 миллионов лет. Вот такая вот херня. Да. Да, немножко дизайн чайки, да, нет? Before close the bus. Да. Это бесплатная часть аквариума. Классно. Мы уже с Кузькой были в аквариуме, поэтому... Не пойду. 140 дирхам стоило, сейчас не знаю, сколько стоит. Thank you.
wonder if it's a negative light. Все? Красивенько было. Красиво? Окей. Всем понравилось. Теперь мы летим домой. На сегодня прогулка закончена. Все. На сегодня наша прогулка закончена. Мы посмотрели фонтанчики. 6 часов. Сейчас будем дергать на отдых.